Доброе время суток. Сегодня у нас очень интересная тема. Тема, которая волнует не только тюркские народы. Сегодня тема Чингисхан. И мы рады представить вам не одного, а двух историков. Это всеми вами любимый уже Жумажан Байжумин и Гизат Табулдин. Доброе время суток. Рада еще раз всех приветствовать. Хочу сказать, что сегодняшний наш гость очень интересный человек. Почему? Потому что он автор, составитель генеалогического древа чингизидов с 13 по 21 век. Это огромный том, огромная работа, где были включены в себя все родственно-семейные связи в репродуктивной последовательности. И самое интересное, что вот потрясатель вселенной представлен до наших дней. И он издал книгу «Чингизиды. Династии и эпохи». Является академиком Всемирной академии имени Чингисхана в Улан-Баторе, Монголия, и знает, где находится могила Чингисхана. Вот, так, вот такие вот интересные вещи. Я надеюсь, что сегодня перед нами Гизат Жолдангарович раскроется, скажет свои версии, а мы будем, как бы, может быть, соглашаться, а может не соглашаться, потому что фигура сама Чингисхана – это феномен, который вызывает очень много интересов абсолютно у всех. Ну, надеюсь, что могилу Чингисхана все-таки не найдут, потому что мы знаем, какие легенды с этим связаны. Во-первых, вам большое спасибо, Мирверт и Гаухар, предоставили такую глобальную площадку для освещения и внедрения некоторых идей, некоторых научных изысканий казахских историков. Что касается личности Чингисхана, я очень рад, Гаухар, что вы, это ваша любимая тема. Тема, она злободневная, пульсирующая, и она будоражит всех с 13 по 21 век. Мы, конечно, синхронизируемся с вами, с вашими интересами, с вашими высказываниями, вашим пониманием имперской и постимперской истории этого великого правителя 13 века. Я бы хотел начать с того, что о последних днях великого правителя при рождении Темуджин. В 1205 году он был впервые провозглашен на интронизации в одной из частей современной Монголии в качестве Чингисхана. Последний поход, я потом поясню, почему именно последние исторические такие волны хотелось бы осветить европейского, американского слушателя. И оттуда некоторые мифологизированные линии понимания этой исторической личности. Это Тангутский поход, последний поход на царство Тангутов. Это в 13 веке, это был все-таки цивилизованный мир,
где существовали города, торговля, коммуникации, инфраструктура в понимании 13 века. И в этот цивилизованный мир вторгается один из величайших полководцев со своими ордами. Если говорить с высоты 21 века, это была систематизированная имперская армия со своим уставом, со своим законом, так называемые ясы. Это уже эшелонированная, систематизированная, имеющая устав, военные атрибуции. И в отношении уже последнего похода ее нельзя было назвать с высоты 21 века ордой. Орда – это какая-то масса, аморфная. А это была системная великая армия 13 века. Ну, он погибает. А в каком году это было? Это было 1226 год, 1227 год. Это глубокая осень. Ну, там разнятся. Дело в том, что те материалы, которые я сейчас хотел бы сказать, они еще отсутствуют в научном обороте, потому что мы материалы берем из конференции Всемирного конгресса монголоведов. Это центром является Голод Улан-Батор. Президентом был в свое время, это официальная академическая структура всемирная. Она была образована в конце 50-х годов. Последним директором это и всемирно известный ученый Шахдарин Бир. Он лично меня пригласил на эту конференцию. Когда ему, по-видимому, попало мои труды, я лично приглашен был в посольство, я получил приглашение от Шахдарина Бира и президента Эльбекдоржа. Он дважды потом уже, когда я приехал, он принимал не меня, мои научные исследования, будем говорить, казахских и постсоветских ученых. Вы правильно подчеркнули о том, что и подметили о находке. Дело в том, что это же интервью, которое я давал, оно есть в интернете, там есть было искажение. Не я нашел, а дело в том, что ученые, исследователи порядка 8 государств официально занимаются поиском места погребения Чингисхана. Это было высказано на Всемирном конгрессе монголоведов. Он проходит раз в 5 лет, и собираются ученые более чем из 50 государств, и членство у нее порядка 400-500 ученых. Это очень авторитетнейшие ученые, академические, которые имеют доступ во многие архивные материалы, касающие Ватикана, Пекина, Тайваня и так далее. То есть это люди очень серьезные. И в одном из докладов, потому что все охватить невозможно, но тем не менее наиболее интересные биографические данные я для себя подчеркнул, я попытаюсь сегодня с вами поделиться. 1227, я почему говорю 26 год, это как раз экспансия сама, сам процесс нападения. И сама смерть, она имеет несколько версий. Ну, неважно здесь, можно трактовать по различной версии. А когда он умирает, погибает, упав с лошади, либо переспав с тангутской царицей, это разницы нету. И у Атилы тоже там непонятно была его смерть. Что с ним сделали высший генералитет, элита монгольской аристократии военной? Они смерть его сразу же засекретили, сделали саркофаг из гималайского кедра. Этот саркофаг наполнили медом диких пчел. И тело императора кочевого было медленно опущено полностью в военном атрибуции. То есть он был полностью в военной форме. В какой он погиб, в той он и опущен был. И закрыт законопатен. И больше он не вскрывался. Это данные архивные материалы китайских ученых. Китайские уйгурские ученые доклад делают. После того, когда произошло первый процесс погребения, то есть опустили его в саркофаг из гималайского кедра, это, по сути дела, бальзамация была. То есть это говорит о том, что советники китайские, уйгурские,
предложили самый оптимальный вариант, потому что что такое Тангутское царство? Это юг пустыни Гоби, предгорья Гималаев и так далее. И протяженность до коренного юрта, до собственной территории Монголии, собственно, вот эта история культурного ландшафта, завоевавшаяся коренной юрт, столица Каракорум. И здесь наступает процесс мифологизации, как летописцев, так и других путешественников и наших современных. Я сейчас немножко перейду к теме летописцев, 2-3 слова. Кто такой Рашид ад-Дин? Он, во-первых, еврей по этническому происхождению. Ну, он принял ислам, когда ему было за 30 лет. Он адаптировался, он принял эту культуру исламскую, и таким образом начал служить ранним правителем эпохи Чингисхана. Но он при жизни его не видел, он описывал уже через поколение два, и этот процесс, который мы сейчас вот видим по тюркской, я не являюсь специалистом по этнической принадлежности Чингисхана, она меня мало интересует, я честно скажу. Я могу только объяснить природу, почему именно Казахстан, Средняя Азия и тюркские этносы, они несколько изголодовались по своим, мое понимание, несколько изголодовались по своим героям, сверхгероям, которые могут решать планетарные, вселенские, масштабные процессы и войти в историю, либо остаться в истории, чтобы современники могли гордиться, могли указывать какие-то процессы, и что наши великие предки участвовали. Конечно, наши великие предки участвовали в процессе формирования Монгольской империи. На ранней стадии из 12 крупных родоплеменных объединений на территории современной Монголии была гражданская война. Гражданская война на территории, собственно, Монголии. Она длилась 21 год. Из 12 крупных родоплеменных объединений, куда входили уаки, жалаиры, киреи, найманы. Видите, это все? Это реликтовые на того времени этнические образования. Потом, впоследствии, они образовали костяк казахского этноса. Уаки, жалаиры, киреи, найманы. Ну и были и дербеты, были и борджигины. И таким образом 12, я имею в виду крупных. В целом казахский этнос состоит из 192 родоплеменных объединений. Это я вам специально экскурс сделал, понять широту и динамику. Это же был единый кормящий ландшафт как для тюркских, так и монгольских, протомонгольских. Если в чистом виде говорить монгольские родоплеменные объединения. Их корни уходят в далекую, на северо-восток современной Монголии, на границе, допустим, России, Китая. Это ущелье Эргенекун. ЮНЕСКО 15-20 лет тому назад проводила международные экспедиции. Я лично с этим руководителем знаком. Это Булат Роднаевич Зариктуев, профессор из Улан-Удэ, отделение, бурятское отделение Академии наук. Я лично с ним беседовал, он мне подарил книги. Я его сюда потом приглашал на 550-е, он выступал в Институте истории государства. Вот видите, я от саркофага немножко задвинулся, чтобы показать амплитуду и динамику этой исторической личности и насколько наши современники воспринимают. Гизат, я бы все-таки хотела вот тут вот немножечко, немножко заострить все-таки внимание на этнической принадлежности Чингисхана. Вот в этом смысле я бы хотела спросить мнение нашего Жумажана. Жумажан, кто такие протомонголы? И как они отличаются от прототюрков? Я абсолютно уверен, конечно, что Чингисхан – это тюрок. Но эта тема, она действительно с этого Гизат начал, она, значит, будоражит многие там слои интеллектуалов, историков, простых людей. И это вопрос, значит, таких горячих споров вплоть до, знаете,
состояние враждебности дошло между тюрками и монголами современными, ныне живущими. Для того, чтобы, значит, понять, кем был Чингисхан, нужно знать некоторые вещи, которые они, скажем так, более глобальные. Более глобальные. То есть нужно окинуть взглядом, значит, историческое прошлое вот этого региона, всего региона, а может быть всей Евразии. Фактически, значит, мы видим в центральной части евразийского континента степь, населенную кочевниками, преимущественно тюркоязычными. Южнее это земледельческое сообщество, а вот к северу от степи, практически везде от Дальнего Востока до Западной Европы, это лесная полоса. Лесная полоса. В Сибири ее называют таежной. Так вот, она была населена племенами определенного культурно-хозяйственного типа. Скажем, к этим племенам можно отнести в Европе протогерманцев. Значит, к востоку это уже, значит, племена, ну, по меньшей мере, там, может быть, сейчас о балтах мы говорить не будем. Это финны, это угры, это, значит, самодийские, енисейские племена. Эти народы, енисейские, самодийские, когда-то были многочисленны. То, что они сейчас малочисленны, это во многом, скажем так, заслуга, в кавычках или нет, тюрков, которые увели значительную часть их в степь, превратив в скотоводов. И территорию от Байкала примерно до Дальнего Востока населяли племена тунгусского происхождения. Их сейчас осталось тоже мало. Надо полагать, что они так же, как и енисейские, и значит, народы, значит, некоторые другие, они были многочисленными. Многочисленными когда-то. Дело в том, что никто никогда, представители каких-то культурно-хозяйственных типов, не меняет своей хозяйственной специализации без необходимости. То есть, что может сподвигнуть их на смену образа жизни, на смену хозяйственной деятельности? Это могут быть какие-то глобальные экологические потрясения, которые зачастую вынуждают их уйти из с территории собственного, значит, древнего этногенеза. А другой вариант, который наиболее распространен, наиболее частый, это превращение их в насильственную культурацию. Чему и подвергались вот эти все народы, как угорские, так и енисейские, самодийские и тунгусские народы. Кто их, значит, вовлекал в скотоводство? Это были племена, которые вынужденно уходили вот в эти самые эргеникуны. Эргеникун, значит, амурский, ну, по некоторым версиям, значит, связано название эргеникун с рекой Аргунь. Это название с рекой Аргунь, это исток Амура. В любом случае, значит, сейчас уже российские ученые, они не отвергают тунгусскую основу современных монголов. Более того, такие авторитетные российские ученые, как Крадин и Скрынникова, выпустили книгу, в которой пишут о том, это книга, исследование 2006 года, значит, о Чингисхане, монголах, в которой пишут о том, что, значит, современные ученые из Института монголоведения Сибирского отделения Российской Академии Наук и ученые дальневосточного аналогичного, значит, института исследовательского пришли к выводу, что, значит, в основе современного халха монгольского языка, то есть языка современных монголов, населяющих Монголию, лежит в основе тунгусский язык. То есть основа современных монголов, она тунгусская. Но все-таки, возвращаясь к Чингисхану, да, Жумажан, все-таки вот эта тема, вот и Гизат сейчас затронул ее, на самом деле она волнует очень многих. Понимаете? Очень многие, действительно. Ну, монголы явно, да, вы уже сказали об этом, монголы говорят, что он монгол, тюрки говорят, что он был тюрок, и даже я слышала, что китайцы пытаются присвоить его имя каким-то образом. Есть и такая версия, да. Дело в том, что
кто занимался, значит, насильственной оккультурацией? Это те тюркские кочевники, которые выталкивали, которых выталкивали другие тюркские племена в эти регионы, в эти эргениконы, условно эргениконы, эргениконы. Так вот, значит, создателями этих всаднических, кочевых, тунгусских, угорских, самодийских, енисейских племен были тюрки. Они являлись ядром вот этих вот племен. И затем уже, когда вот эти вчерашние тунгусы, самодийцы, угры осваивали основу кочевого хозяйствования, они уже были вооружены, они становились всадническим народом, народами, они выходили в степь. И в этом огромная роль монгольских современных народов. Скажем, на Дальнем Востоке выходили такие монголоязычные группы со своим тюркским ядром. Ну, естественно, что Чингисхан и его предки, которые поголовно носили, как известно, тюркские имена, они относились к этому ядру, тюркскому ядру тех, кто создавал вот эти вот монголоязычные группы. Да, монголоязычные группы выходили. Отрицать этого нельзя. И эти монголоязычные группы, они сыграли очень большую роль в истории. Такие группы возникли уже в эпоху Шан, потому что в Китае, значит, уже различали, это второе тысячелетие до нашей эры, две группы кочевников. Одна группа, которая распускала волосы, подобно скифам, гуннам, древним тюркам, а другая, которая заплетала волосы в косы. Как раз в них и видят монголоязычных кочевников. Это их традиция заплетать волосы в косы. В частности, когда, значит, рухнула последняя китайская империя, созданная маньчжурами, китайцы в первую очередь развязали себе волосы, которых маньчжуры обязывали заплетать в косы. Значит, этот процесс хорошо описан не в отношении тунгусских, не в отношении монголов Чингисхана. Этот процесс описан очень серьезно российскими учеными. Есть, значит, такая фундаментальная история Венгрии, написанная российскими учеными в соавторстве с венгерскими учеными. Это 1984 года. Там подробно описывается процесс появления венгров, мадьяров на исторической арене. Там говорится как раз о их прежней хозяйственной деятельности. Это тот же тип. Это лесные охотники, рыболовы, отчасти примитивные земледельцы, единственным животным которых была собака. Это они разные в расовом типе, в этническом, языковом плане, но они едины в культурно-хозяйственном типе своем. Тунгусы, значит, самодийцы, енисейцы, там, кеты, угры, финны. Это один и тот же культурно-хозяйственный тип. И там как раз описывается этот процесс, как появились венгры. Так вот, в принципе, известно даже, какие группы тюркских кочевников, скорее всего, это были савиры, которые были вытеснены из степей. Они насильственно, значит, превратили вот этих угров, этих лесных охотников в скотоводов. И в итоге основная часть этих венгров, она не успела раствориться в тюркской среде, как обычно бывает со всеми этими кочевниками, потому что те же монголы, они в основном растворялись в тюркской среде. И они, значит, ушли на запад, были вытеснены на запад, где создали, значит, королевство Венгрия в 1000 году. Так вот, сейчас уже венгерские ученые, раньше они этого не признавали, теперь они признают, что Арпадовичи, король, значит, Иштван Великий, все, кто создавал, вся знать ихняя, она имела тюркское происхождение. К этому признанию сейчас венгерские ученые пришли. И вот в этом смысле есть все основания, чтобы прийти к таким же выводам относительно Чингисхана. И в принципе мне, например, сейчас более понятно название монгол. Монгол. Вот. Значит, судя по всему, это название все-таки родоплеменное. Всякие значения искали. Там Мангуель, там вечный, да, Эль. Значит, там монгол, там и прочее, прочее, прочее. В принципе, достаточно расписано в древних летописях. В том же Агуснаме, у того же Рашид-ад-Дина, иранского еврея. Значит, в других источниках Хондемир, это среднеазиатский автор средневековый. Абулгази хан. Вот. Там достаточно хорошо расписано, если внимательно почитать,
посмотреть, перевести это на исторический язык, там многое становится понятным. То есть существовало племя монгол, и вот этого, значит, монгола и татара, причем их все летописи идентифицируют как тюрков, древние летописи, они были как бы близнецами. Они являются в пятом поколении потомками тюрка. В свою очередь, значит, потомком монгола был Киян. Киян — это как раз есть вот это вот ведущее восточно-гунское племя. Его правильно Хандемир называют Каян. Оно там фигурирует как Киян. А в китайских источниках там оно и как Хуяни, как всякие такие разные формы. Мы об этом племени говорили. Это хиониты, авесты. Это современные казахские рода Коян, Каракалпакский, Куюн. Так вот, получается, что Чингисхан тоже имел отношение к этому племени. Вот от этого, значит, Куяна в 22-м поколении появляется Борте-Чино. Борте-Чино. Борте-Чино, значит, переводят как волк. Есть исследователь монгольский Сухбаатар, он утверждает, что Борте — это, значит, слово тюркское, и оно означает, ну, то, что у тюрков бюре, и как он формулирует другой вариант этого слова — бюриде, волк. А чино — это есть монгольское чоно, волк. То есть как бы дублируется название на тюркском и на монгольском. И у него жена, значит, была Марал Гоа. Опять-таки, Гуа — это монгольское слово, означает красавица. А Марал, он опять-таки этимологизирует как тюркское слово. Тюркское слово. Вот. В общем, то есть мы видим восточно-гунское происхождение. Да, и, значит, какое-то время монгол — это было общим, по-видимому, было общим названием восточных гунов. В это объединение монгол в том числе входило и вот это вот Таян, род Таян, царский род гунов. Он везде фигурирует в гунской истории как царский род. Значит, почему, есть ли основания утверждать о том, что есть это родовое название монгол? Есть. Существует современный алтайский род с таким названием монгол, и известно древнемонгольское племя под названием монгули. То есть некогда представители этого рода возглавляли всех восточных хуну. Всех восточных хуну, вот под этим названием монгол. Ну и затем, значит, описывается изгнание в Аргеникун. Оно описывается в двух вариантах. Оно описывается у, значит, Рашид-ад-Дина и описывается у Вагуз-Наме. То есть монгол восстал против Агус-хана, воспротивился. И Агус-хан, значит, как бы разгневался, прогнал его. Он изгоняет восставшего против него монгола, изгоняет, значит, монголы и татары, точнее, обоих этих братьев-близнецов, изгоняет вот в этот самый Аргеникун. Вот, и говорит, что вот будешь ходить там в собачьих шкурах, есть дичь, будешь несчастным, будешь печальным, и никогда больше не возвращайся в Туркестан. Понимаете, не возвращайся в Туркестан, говорит он. Ну и теперь, значит, по Чингисхану, естественно, имена всех его родственников, предков, братьев, сыновей, все они имеют немонгольский облик. Однако отрицать участие монголов невозможно. Участие монголоязычных кочевников было огромно. И вот не случайно, видимо, раньше я с сомнением относился к таким, значит, идеям, которые выдвигали некоторые ученые, что в основе кипчаков лежали монголоязычные группы, в основе гунов лежали монголоязычные группы. Но теперь, исходя из понимания того, как возникали эти тунгусские кочевники, становится понятно, что действительно выходили оттуда монголоязычные кочевники, вот, и начиналась подвижка во всей степи, подвижка всех. Они давили, и часть племен уходила за пределы степи, вынужденно уходила, теряла свои пастбища. И вот они как раз были активными вот этими вот, значит, участниками исторических процессов создания цивилизации, государств за пределами степи. Вот эти вынужденные, те, кто был вынужден уходить.
А начало лежало там, в этом Эргенеконе. Это выдающаяся роль вот этих вот монголоязычных кочевников. Что из себя представлял язык монголов? Значит, утверждают очень многие, что значит, это они говорили на тюркском языке, другие на монгольском. На самом деле, наверное, надо обратить внимание на язык Алтан-Топчи, одного из известных источников, ну и считается монгольским. И, скажем, на письмах Ильхана Аргуна, это государство хулагуидов, Иран, в основном территория Ирана, значит, часть других территорий занимали. Вот Ильхан Аргун писал письма, значит, это конец 13 века, писал письма римским папам, Гонорию IV, потом Николаю IV. Что за язык? Язык, он тюркский, но он очень насыщен монгольскими словами. Сверхнасыщен монгольскими словами. То есть это, но в основе своей это тюркский язык. Это так называемый старомонгольский язык, который современным монголам совершенно непонятен. Опять же, вот уважаемый Гизат, значит, Табулдин говорит, рассказал о похоронах Чингисхана. Но это чисто тюркские обычаи погребения. Это понятно однозначно. Потому что монголы, они практиковали, как и тунгусы, труповынесение. Гизат, вы же были в Монголии, да? Знаете, раз. Да? Ну, тем раз. Более. Да, тем более. Вы знаете, что они опять, они одно время закапывали своих покойников, а сейчас опять они занимаются вот этим вот традиционным труповынесением. Оставляют, например, в долине смерти возле Улан-Батора. Вот это тунгусские обычаи. Жумажан, большое спасибо. У вас такие энциклопедические знания. Я для себя кое-что подчеркнул. А теперь дальше. 13 век. Это саркофаг и колонна траурная, военизированная колонна, движется, собственно, в Монголию. И она теряется. Я был, не доехал до сакрального места монгольского, где пантеон монгольских владык была похоронена. Это долина и вершина вам известная. Жумажан, наверное, мне подскажет, как эта вершина называется. Горная система. Халдун. Да, Бурхан Халдун. Мы просто были в экспедиции. Мы где-то километров 70-80 не доехали, была непогода, и наши джипы развернулись. Но дело в том, что вот эта колонна, траурная процессия, она дальше двинулась и потерялась в южно-сибирских тайге. Я сейчас на этом остановлюсь. И где-то 7-8 лет назад в стенах ЯНУ имени Гумилева ко мне подошел доцент. Он из Москвы читал лекции по ландшафтоведению. Он кандидат географических наук. И он был как сюда послан читать лекцию. И мы с ним часа полтора беседовали. Он у меня задавал вопросы, у нас была приватная с ним беседа, ничему не обязывающая. Ну, он задавал больше вопросов, потому что он знал, что я больше 10 раз был в Монголии, как в экспедиции, так и на конференциях. И его, он задал такой вопрос: может ли быть погребение в водной среде? В водной среде. Ну, я ему объяснил, что действительно существует версия, что он в водной среде. Так вот, что трактуют китайские и сейчас уже современные российские исследователи по месту погребения? Ну, я уже не буду, как говорится, создавать какой-то ажиотаж. Просто-напросто он мне рассказал, он был участником закрытой экспедиции, которую организовал Шойгу. Есть документальный фильм, показывают российских лидеров, катаются на лошади, рыбачат. А это была как раз элементы закрытой экспедиции. Что же такое происходило? Дело в том, что в поисках останков Чингиза занимаются несколько государств. Россия, США, Южная Корея, Япония, Китай и так далее. Но Табулдин этим не занимается. Это журналистский ход был сделан. Я этим не занимаюсь, это не моя проблема.
А что касается, ну, конечно, у меня есть человеческое любопытство, естественно, мы проговорились где-то полтора часа. И он, естественно, тоже поделился той информацией. Я говорю, а могу я делиться? Он, да, пожалуйста, можете делиться. А суть в чем? Дело в том, что как американские, так и российские спутники, они имеют программное обеспечение. Чип, который этот спутник запущен не в поисках погребения, холма Чингисхана. Это целая система. И маленький чип с программным обеспечением, где они сканируют от Баянаула до Южной Кореи. Сканируют весь ландшафт. Вот на одном из мест, это в Баргузинском заповеднике, они нашли старицу 8 километров. Она напоминает коромысло, дугообразная. И туда вот десантировались российские исследователи от Шойгу. Это Российское географическое общество. Вы знаете прекрасно, что я учился в России. По видимому мере, да? Естественно, у меня есть некоторые связи с российскими учеными. Когда они десантировались, они нашли выход коренных пород и сделали стратиграфический анализ. И возраст вот этого искусственного, это что такое дугообразное такое русло? Это искусственное образование было. Когда сделали стратиграфический анализ, то есть определили возраст вот этих коренных пород, 800 тысяч лет. Так они ее экстраполировали, опустились на 13 век. Это только связано, может быть, с Чингисханом. Я лично был в Бурятии. Я видел одного-двоих железнодорожников. Больше я никого не видел. Там вообще до сих пор нету никого. Так вот, 8 километров вот этой старицы реликтовой 13 века. Для чего это они были сделаны? А рядом горная река с коренным руслом. Так вот, я специально говорил вначале о месте погребения и вот этот ритуал. Это как раз в поисках Чингиза. Так вот, они сделали искусственное русло, старицу 8-километровую, запрудили реку, сделали погребение, опять же вернули русло на свое материнское, и там, на этом прекратилось процесс погребение. О том, что там по пути уничтожали, имитировали, это вы все знаете. А вот эту вот информацию потом я поделился с журналистом, они выдали вот эту. Я потом им звонил. Это же не моя информация, а информация доцента МГУ. Ну, говорит, нам сенсация нужна. Ну, мы продолжим. Теперь смотрите. Когда они, что они сделали, россияне? Они сделали растяжки стальные. Сделали металлическую, привезли сканер. Это все, что говорил мне доцент МГУ. Я вам сейчас говорю, он как член экспедиции поделился. Потому что я ему подтвердил, что есть китайские источники и монгольские, а то, что он в водной среде похоронен. Дело в том, что река трансгранична. По международному водному праву запружать реку и таким образом извлечь останки, извлечь золотой трон, который Джучи подарил Чингизу, отцу своему, и все драгоценности. Но дело в том, что когда они начали сканировать именно ту территорию материнского русла, она зазвенела. Зазвенела. И на этом наша беседа с ним закончилась. Ну, говорит, когда наши россияне начали обращаться к международному водному праву, реку нельзя запружать, там Китай, Монголия, Россия. И сейчас мне неизвестна судьба вот этого погребения, находки. Это вот последнее то, что есть информационное поле. А теперь, что касается этнической принадлежности. Что такое 13 век? Различные этносы, они были друг к другу адаптивны. Монгольские, тюркские языки, они были сродни. Это был единый кормящий ландшафт того времени. Мы сейчас с высоты 21 века, рассматривая этническую принадлежность, он сейчас, мое видение, это он принадлежит всему человечеству. Это человек, который впервые занялся глобализацией, впервые открыл интернет. Интернет – это почтовые ямы,
та информация, которая проходила в 13 веке, за две недели вся империя, все указы от Каракорума на всей территории степной части и имперской территории она обладала. Тоже современный интернет тоже в течение недели-две весь мир знает какие-то глобальные процессы. Теперь, что касается относительно родоплеменных объединений, особенно древних монголов, мы имеем право сомневаться о принадлежности современных монголов, касающихся 13 века. Это уже другой вопрос. По-видимому, надо будет отделить 13 века монголов, ведь он является отцом-основателем этого этноса и первым государем этого государства, этого народа. Что касается на постсоветском пространстве, мы за 70 лет мы неправильно давали нам историю. Мы говорили о каких-то там съездах и так далее. Но что касается этнической части, и мы сейчас находимся на пороге новых источноведческого материала. В этом Жумажан об этих источниках, в принципе, говорил, и я немного напоминал. Их огромное количество. Через каждые 5 лет информация по имперской истории Чингиза, по его личности очень много информации. Я хотел бы Гаухар и Мирвер Джумажан вам показать, если это видно, это обложка новой книги «Чингисхан. Мифы и парадоксы». «Мифы и парадоксы. Феномен и триумф». Это материал, который за 20 лет она у меня в рабочем состоянии, вот лежит рукописи. За 20 лет то, что просто сама по себе она собирала. Из Италии, Франции, Англии, США, из Москвы очень много материала. Даже в журнале «Физика в школе» тоже там написано о Чингисхане, о его имперской истории. Я к чему это клоню? Дело в том, что сейчас информационное поле, оно вестернизировалось, и другие процессы. Но вот эта ностальгическая история 13 века, она беспокоит всех. Одни сразу же ее присоединяют к какой-то этнической группе истории, имперской истории Чингиза. Монгольской, тюрко-монгольской. Академическая наука в данном случае этот процесс не обсуждает, но имеет свое мнение, имеет право каждый. Это культура, это часть нашей истории. Что такое империя Чингисхана? Это часть нашей истории. Это был единый кормящий ландшафт из глубин Азии до Дона, до Днепра, до Карпат. Это единый Дешти-Кипчак, куда сегментом административно-политической военной структуры была Монгольская империя. И вошла она как монгольская. Сейчас говорится о тюрко-монгольских. Да, что касается его далеких корней, дело в том, что его генетические корни, я вам немножко открою некоторые парадоксы его происхождения Темуджина. Дело в том, что гаплогруппа С3, будем говорить просто гаплогруппа С3, 10 тысяч лет, она расщепилась на Балканах. Вот я часть материала получил с Италии. Теперь итальянцы тоже говорят, вот он наш тоже. Ведь у каждого идеи, у каждого понимания исторического, этнического принадлежности Чингиза имеет право на существование. Я почему? 10 тысяч лет на Балканах этот ген образовался. Потом он прошел по югу России, Северному Кавказу, части, естественно, Дешти-Кипчаку, великой, по Казахстану, по северу Индии. И оттуда она через пустыню Гоби, она проникла, вот это дрейф генов называется в науке, она проникла на территорию современной Монголии. И вот на подножии двуречий там, Толы, Керуена и Анона рождается мальчик. Но вот эти гены, они родились, образовались не исторически, а биологически на территории Балканского полуострова, на Балканах. А как она проникла в пустыню Гоби, в этой книге мы будем говорить. Это информация, которая это не научная, а научно-популярный источник. Ну, сама работа научно-популярна.
мы популяризируем и поддержим, в принципе, и ваши идеи. Мы не против, я лично, что где-то некоторая тюркизированность его должна быть. Да, действительно, есть и тюркские, но это 13 век, это 800 лет тому назад. Это был единый, я еще раз повторяю, социополитический, единый кормящий ландшафт, единое ведение хозяйства. Вот это хотелось бы обратить ваше внимание. И отсюда выходит, что сейчас претендуют якуты и китайцы. Мои труды есть и в Пекинском университете. Они выкупили мои труды для того, чтобы работать в Монголии прям. Вообще очень интересно, потому что я просто вижу, что у нас Жумажан качает головой, но прежде чем мы начнем там, комментировать что-то, я вообще вот что хотела узнать. Скажите, пожалуйста, что мы знаем о близком родстве Чингисхана, о его отце, о его деде, прадеде? Есть ли какие-то сведения? Потому что я уверена, что немногие знают на самом деле из наших слушателей, это раз. А во-вторых, какие-то вот прямо вот близкие корни, да, если немножечко чуть-чуть покопаться, может быть, тогда, может быть, картина его этнической принадлежности будет немножечко более ясной, как вы думаете? Да, в принципе, да. Вот из небольших сведений, которые мы имеем, которые есть яркие сведения, которые есть на поверхности, есть и которые еще недосягаемы. Сейчас же ведь новинки исторические, они на пороге междисциплинарных. Биология, ДНК, генеалогия, история, география и других. Вот по таких вот межпредметных, там можно найти что-то новое, найти ту истину, которую мы не знаем. Это тайна Чингисхана, его этническая принадлежность. А что касается репродуктивной последовательности, в принципе, она описана, она написана. Исугей его отец, он относится к роду кият, это реликтовый, надо понимать. Кият в то же время это реликтовая, опять же, тюрко-монгольский этнос. Реликтовая. Она когда-то существовала. И потом маленьким слоем она сохранилась, социологизировалась в казахском этносе, который включает 192 родоплеменных объединений. Что касается, в принципе, его родителей, здесь уже Жумажан говорил, в принципе, от Баданчара там и так далее. Но вы должны понимать, что такое монгольский этнос сегодня и вчера, 13 век. Это несколько разнятся. Несколько разнятся. Серьезно разнятся. Они в некоторых вопросах сами сомневаются. Они, их предки Неруны, Дарликины, Шивеи, Моншивеи. В 13 веке вот как раз вот Моншивеи вышли из северо-востока Монголии и видят какая-то война, какие-то военные действия, какой-то Тэмуджин. Но они как раз пришли на стол победы к Тэмуджину, когда уже почти закат гражданской войны. Вот о гражданской войне, она началась с пленением, это как спусковой курок. Тэмуджин не смог сдержать. И у него все силы были направлены, его талант военный, философский, его мудрость и хитрость, и коварство было направлено на возврат в семью, жену Борте. И 21 год на территории котел гражданской войны, на территории Монголии, из 12 крупных родоплеменных объединений монолитным остались монгольские. А уже к ним присоединили остатки уаков, жалаиров, найманов, киреев. Понимаете? Они как приставка пошли. А вот на свежей этническая кровь моншевеи, древние монголы, вот они стали когортой, костяком, ядром монгольского этноса. Ну, это вкратце. Специалисты по этнической Монголии, по монгольскому этносу более детально, конечно, вам расскажут. Вот эта книга, видать, да? Да. «Всемирная генеалогия Чингизида», она издана в Париже, я ее в Сорбонне презентовал. Вот здесь кратко описывается, в принципе, о его этнической принадлежности и так далее. Я имею в виду генеалогия. Она взята из распространенной сейчас тайной сказания монголов, там все это описывается. Мы ее осовременили, адаптировали, и читатель свободно может
работать с ней. Тем не менее, у него, вы говорите, родня из рода Кияда. Это, в принципе, да, тюркский род. У него единственный официальный род, который называет себя чингизидами, это часть казахского этноса. Да, да. Ну, да, совершенно верно, да. Совершенно Это невозможно не обратить на это внимание все-таки. У меня был очень все время такой животрепещущий вопрос, почему, если наш сотрясатель Вселенной, да, прошел столько территорий, почему так не распространился монгольский язык? Сейчас я для себя уяснила одно, что, значит, было два понятия, есть два понятия монгольского языка. Это старомонгольский, который состоял из тюркских, кипчакских слов, да, и современный монгольский язык, на котором говорят манжурцы, калмыки, буряты и так далее. В частности, вот современный монгольский, да. И дело в том, что мы все, в принципе, известно, что халхасы, вот я, кстати, для себя не могу уяснить, халхасы, монголы, вот разница, это первый вопрос, да. Они, вот хасалсы, они были, вышли из-под Китая в 20 веке, то есть 400 лет вассалство было под Китаем. Почему сейчас халка-монголы говорят? Вот такой вопрос. И сейчас манчжурская культура, она же многое принимает от того, что есть у бурятов, в частности, да, даже известно, что монголы сейчас очень много у бурят берут, даже эстрада современная, они просто переводят песни бурятов и поют как монгольские песни. Это у них тоже есть этот спор сейчас в культуре. Это вот первый вопрос. Значит, все-таки это, вы говорите, монголы сами знают, что сейчас вот они, есть старомонгольские понятия и новомонгольские. Второй вопрос, что связано с халками у монголов? И третий вопрос, касательно самого Чингисхана. Ведь Чингисхан, Чингис хан, это совершенно не название не монгольское. То есть это связано с железом, Тимуджин, Тимр, да? И получается, если на монгольский переводить, тогда это будет не Тимуджин, а на монгольском его бы называли Кинтайчи Ляудун. Также имя не распространилось. Может быть, я не как историк мыслю, я искусствовед. Но вот как бы к вам такой вот, к нашим адептам истории, такой вопрос, который тоже интересует очень многих людей. Почему так получилось? Давай попробуем, Эрерт, ответить на эти вопросы. Но вначале, до твоих вопросов, это, значит, то, что высказал уважаемый Гизат. Во-первых, значит, по возможности захоронить на дне реки, этот способ действительно практиковали. Одна из версий того... Кстати, не нашли тоже могилу Атилы, хотя там венгерские ученые не раз заявляли, что они нашли там могилу Атилы. На самом деле никакой могилы Атилы не нашли. Там такая же ситуация. Там, значит, реку отвели в другое русло. На месте старого русла выкопали, значит, вот могилу, погрузили там тело, сокровища, и затем реку пустили опять по старому руслу. Так что в этом смысле вполне вероятно то, что вы сказали. Второе, по поводу, значит, итальянцев и гаплогруппы C3. C3, которая сейчас называется гаплогруппа C2. Дело в том, что в 10 тысячелетии она возникнуть никак не могла. И она пришла не из Европы на восток, а с востока. Пришла с востока, значит, наоборот, в Италию. Но в чем правда? Мы об этом уже говорили, об этой гаплогруппе. Она палеоевропеоидная, а не палеоавстралоидная или палеомонголоидная, как ее продолжают называть. Это палеоевропеоидная. Об этом сказали, в частности, сибирские ученые. Значит, почему она не могла в 10 тысячелетии возникнуть в Европе? Дело в том, что носителями этой гаплогруппы достаточно много в Америке, среди индейцев. А эти люди в основной своей массе перешли в Америку в 14-13 тысячелетиях до нашей эры. Кто-то в 15 тысячелетии до нашей эры. Поэтому в 10 тысячелетии вряд ли она могла образоваться. И движение носителей гаплогруппы C, не C3, не C2, но там C, C1, оно происходило с востока в Европу еще в верхнем палеолите. Еще в верхнем палеолите происходило. Найдены верхнепалеолитические останки, в которых удалось взять вот этот генетический материал. Там показана эта гаплогруппа Си. Но на этом сейчас мы останавливаться не будем. Что касается, значит, халха монголов. Вопрос Мируэр. Дело в том, что современные монголы, обитатели Монголии. Кстати, значит, Гизат, я там был. Я объездил Монголию, был на той же горе, значит, Бурхан-Халдун и так далее. Они не называли себя
ни монголами, они не называли даже себя халха. Название халха им, значит, в начале 17 века, в самом начале 17 века, дал их правитель по имени Батмунг. С этого времени они стали называться халха. Когда они появились там? Во-первых, надо понимать, что такое территория Монголии. Это историческая территория обитания тюркских племен. И наша вот эти основная часть наших хрунических памятников древнетюркских, она находится там, именно там. Да. И как отмечают исследователи, которые занимались этим вопросом, в 11-13 веках Монголия была заселена тюркоязычными племенами. И как сказал, значит, французский исследователь Груссе, Чингисхан на свои завоевания, ну и его потомки, увел огромные массы людей в эти завоевательные походы. А что значит уходят в походы? Уходят в походы не просто воины, это рода, племена. То есть уходят рода, племена. Или там части, или основные даже части каких родов, а может быть и целиком. Вот. И можно сказать, что в результате этих походов, а там еще, представьте себе, создали, значит, в Китае империю, юань. Какие людские резервы нужны были, чтобы управлять этой огромной страной? В конце концов, из-за нехватки людей не справились, по сути, чингизиды. Так и не справились с тем, чтобы удержать на долгие столетия власть в Китае. Вот эта территория, это благословенная территория, это замечательная территория. Я когда впервые там оказался я со стороны, значит, российской границы. И вот, когда мы въехали на территорию Монголии и, значит, проехали там от Улан-Батора, там 400 километров расстояние. И, значит, вот какое-то количество времени проехали, и вдруг, значит, дорогу перебегает лань, и мы через некоторое время остановились, вышли, и у меня такое волнение, ощущение, что попал на землю предков. Я к чему это рассказываю, что это, знаете, это тюркская, такая она тюркская, эта земля. Так вот, вот эти племена, как раз самуры и пришли, которые стали будущие халха. Это, значит, в значительной степени тунгусоязычные, вероятно, племена были, вот, которые как раз с остатками найманов, уаков и прочих, они там и смешались. И создали вот современный халха, монгольский язык. В старомонгольском языке тюркизмов, конечно, гораздо больше, чем и в современном. Хотя и в современном этих тюркизмов хватает. Более того, важная роль монгольских языков, они законсервировали многие тюркизмы, которые сейчас выпали из современных тюркских языков. Вот это есть халха, современные халха. Они пришли фактически на пустевшие земли Монголии. Но это как бы основная такая вот версия есть. Теперь по поводу имени Чингисхана. Да, все его братья, его предки, сыновья, это имена тюркские, это признают самые монголы, это не монгольские имена. Как пишет, значит, украинский исследователь, есть такой белинский историк, он говорит о том, что ни в прошлом, ни сейчас таких имен у монголов не было и нет. Он делает такое заявление, что Чингисхана уместнее называть казахом, чем монголом. Это его слова. Ну вот, вот я вот здесь категорически против выступаю, когда начинают заявлять, что Чингисхан казах. Надо понимать, когда сложился казахский этнос, прежде чем говорить об этом, что он был казахом. Казахом он быть не мог. Казахом. Он был тюрком. Вот так нужно говорить. Значит, говорят казахи наши, что вот у него мать из конгратов, поэтому он казах. Извините, конграты среди узбеков. Конграты среди, значит, каракалпаков, конграты среди ряда других народов существует этот род. Значит, если в этом плане говорить, узбеки могут предъявить, у них, например, есть род борджагон. Это есть борджигины, борджагон. У нас этого рода нет, кстати, у казахов. Значит, нужно говорить о нем только, можно говорить как о тюрке. Но вот эта монгольская составляющая, она чрезвычайно велика. Я говорил о, значит, письмах Аргуна римским папам. Значит, более важный документ, это Киракос Ганзакеци. Киракос Ганзакеци, армянский историк, который лето 1236 года провел в плену у монголов.
и, будучи пытливым ученым, он записал значительное количество монгольских слов. Это чисто монгольские слова, это явно не тюркские слова. Те слова, которые он подчеркнул в плену. Поэтому основная версия, что монголы к концу 13-го, начало 14 века уже в целом растворились в тюркской среде, и поэтому в Золотой Орде все канцелярские документы, все написано исключительно на тюркском языке. Но надо сказать, что уже печать Гуюка, это, если не ошибаюсь, 1262 год, это еще не конец 13 века, уже написано на тюркском языке, это тоже важный вопрос. То, что именно тюркский, ну вот, к примеру, его прадед Кабул, который таскал за бороду цинского императора. Вообще, вся эта история, там надо покопаться, это с историей возникновения империи Ляо и Киданями. Там надо искать корни политических событий, связанных с падением вот этого клана Чингисхана и его дальнейшим, значит, возрождением. Кабул, сейчас казахи пользуются словом Кабул, это арабское слово. Кабул, Кабулдау, это принимать, Кабул. Кабулдау, принимать, прием и так далее. Это арабское по происхождению слово. Хотя не исключено, что это может быть тоже тюркское, которое когда-то занесено в арабский язык, как и многие другие тюркские слова. Однако в древнетюркском словаре, если посмотреть, что такое Кабул. Кабул — это огненный, пламенный. Кстати, Кабулом звали предка Романовых. Его они называют Кобылой, превратили его в женщину. Мужчину превратили, да, то есть они как бы, какие-то сомнения в его вообще ориентации, понимаете, сексуальной этого предка. Конечно, у династии Романовых, которая все-таки просуществовала худо-бедно 300 лет, должен был стоять энергичный жеребец, но никак не кобыла. Его звали, конечно же, Кобыл, это однозначно. Вот. Кстати, у меня родной дядя был Кобыл, покойный ныне. Вот. Имя достаточно распространено, имя... тюркское. В переводе с древнетюркского означает огненный, пламенный. То есть означает определенную энергию. Вот это имя прадеда Чингисхана. Теперь по поводу имени Чингисхана. Чингис. В рассказе о его рождении говорится о том, что вот он родился таким вот с рыженькими волосами, крупный, белокожий, с голубыми глазами, а один кулачок у него был одна рука, пальцы были зажаты в кулачок. Когда разжали эти пальцы, обнаружили там комок крови. И узнав об этом, как бы старейшины борджигинов, они перепугались, они были напуганы. Вот. Ну, как бы это было предвестником неких грозных событий. Так вот, это уж интересная вещь. Я занимался плотно вот этим исследованием латинского и других языков. Латынь, она насыщена, перенасыщена тюркизмами. Там невероятное количество. То есть связь есть. Кстати, значит, на латыни слово «связь» это обозначается словом «катенацио». Это казахское «катенас». «Катенасу». Вот слово «связь». Вот. Известны там многие вещи, которые там кажутся чисто европейскими, чисто латинскими. Они находят значит, свое выражение в тюркских языках. Например, «бог любви Амур». У нас есть арабский вариант слова «амир» – «правитель», а есть «амр» в древнетюркском словаре, который означает «любовь». Вот вам и латинский «амур». Так вот, там есть слово, которым означает «кровь». Оно в классической латыни «сангвис», но я посмотрел в архаичной латыни «сангис». «Сангис». Что означает это слово? Оно означает одновременно кровь, кровопролитие, войну, сражение, величие, мощь, силу. Понимаете, сколько значений у слова вот этого «сангис»? От него слово «сангвиники», знаете, да, вот тип есть людей. И что интересно, подтверждение определенное вот этой версии, что имя связано с этим как раз таки словом «сангис», древним, очень древним, вероятно, тюркизмом, который попал в латинский язык. Запечатлен в латинском языке. Это есть такой Харадаван. Это историк, евразиец калмыцкого происхождения, белый эмигрант, который был профессором Белградского университета. Так вот, он заявил, что у него определенные сведения в этом плане тоже оказались. Он сказал, что слово «Чингис» в древнем языке, он не уточняет, какой древний язык.
не говорит это, монгольский, тюркский, в древнем языке означало физическую и духовную силу и мощь правителя. Понимаете, вот это значение, то, что в латыни, там, от кровь до величия, до мощи, до силы, фактически он как бы подтверждает. И вот, вот эта кровь, может быть, не случайно указана в ладони Чингисхана. Хотя это, конечно, похоже первоначально на какую-то байку, на какую-то легенду. Но... Очень интересная версия, между прочим, очень интересная. Да. Спасибо большое, Жумажан. Можно я это? Мирет, вы затронули два интересных аспекта. Это адаптивность монгольской культуры. Она была неадаптивная, от этого она не распространилась и не принята была ни в Китае, ни в Дэшти-Кипчаке. Это я коротко. Она была неадаптивна. Она до сих пор. Она жива там, где она зародилась, на территории современной Монголии. Это вот ответ на тот вопрос, который вы затронули. Почему мы не сразу? Через 3-4 поколения те воины, которые пришли на территорию Дэшти-Кипчака, они говорили на кипчакском, то бишь на казахском языке. У меня такой вопрос возник. Все-таки мы все сейчас знаем, что есть очень большие перегибы в истории, той истории, которую мы когда-то в школах изучали. Это история, которая была написана русскими историками, мы по их пути шли. Вот, в частности, Владимир Сесов написал первый, что Чингисхан монгол, однозначно точку поставил, и мы так по этому пути всегда шли. Вот. Сейчас по этому пути идут грузины, у них вот так вот преподается в школах и так далее. Я, например, просто хочу сказать, что когда мы были в Батуми, посетили музей, там стоят наши бесиктир, кадымгы, бздыкы, с нашими узорами, орнаментом и так далее. И экскурсовод говорит, это монгольское достояние, которое к нам пришло. Я говорю, извините, а где хан Артык? Это же тюркский след в Грузии. Не-не-не, не было здесь никакого тюркского языка, ничего не было, без шик, это чисто монгольское достояние. И очень много таких перегибов исторических есть. И вот как относиться к тому, что, например, я вот гуглила и так далее, и в одном из, такой есть Марат Апсеметов, я у него нашла такое замечание. Он пишет, что после указа президента Монголии Пунцаалгени Очербата от 24 сентября 1991 года всем халха-монголам было разрешено выбирать себе любой понравившийся по книгам средневековый тюркский родоплеменной род. Средневековый тюркский родоплеменной род. И все в одночасье стали буржигинами, голубоглазыми. То есть это они совершенно верно. Для... Совершенно верно. Да, это правда. Это значит, что они довольно... Да. То есть не выбрали все буржигинов. Не выбрали все буржигинов. Они себя вписали буржигинами. Но это же означает одно, что Монголия, при всем моем уважении, у меня очень много друзей в Монголии, да, и получается так, что они так же, как и мы сейчас, идут с поиском своей идентичности, и я не за то, чтобы каждый тянул одеяло истории в свою сторону, но дело в том, что получается, что Монголия сама знает, что у них есть такие вот белые пятна в истории, которые надо долго и закрывать, обосновывать и так далее. Ну и вот этот маньчжурский след, который все-таки у них есть, халха-монголы принесли, который, он тоже сейчас имеет огромное значение в Монголии. Но почему вот эта дьявол история перетягивается у них в другую сторону, а не в нашу? Почему они с нами не хотят, может быть, сотрудничать и быть с нами родственниками? У меня такой очень большой глубокий вопрос. Почему бы нет? Я, например, не против. Почему они так ставят этот вопрос? Признайте, что да, у вас старомонгольские – это тюркские корни. Признайте, да, что вот Чингисхан – это все-таки с тюркскими корнями. Нет же, вот буржигены туда, Маньчжурия, Китай куда-то туда их уносит. Можете вот этот феномен объяснить? Вообще это касающееся монгольской имперской истории, особенно культуры, субкультуры, она неадаптивна до тех, порабощенных народов, она их не приняла ни в каком виде. Единственное, она инфраструктурный элемент приняла, это ямские службы, это военно-стратегическая связь. Я говорил о средневековом интернете, который был создан именно тюрко-монголами 13 века. Это имперская история передачи связи, указов от Каракорума до всех улусов имперской территории. Вот эта скорость связи, она две недели.
И сейчас эта связь, интернет тоже в течение 2 недель континент знает какие-то глобальные новостные истории. Что касается, здесь вот Мирвет правильно подчеркнула о культуре, она в целом, она не адаптивна, она жива там, где она зародилась. Она зародилась в глубинах Азии. И там она адаптивна, она там и живет. Вот что я хотел, Гаухар, отметить. Это, в принципе, они сами это понимают. Навязать монгольский язык, монгольскую культуру, это практически невозможно. Единственное, что здесь можно провести какую-то связь между монгольским этносами и тюркскими, это ведение хозяйства. Это кочевническая, специфическая культура ведения хозяйства. Мы так или иначе связаны с единым кормящим ландшафтом. Это степная, лесостепная, полупустынные территории, как специфическое кочевничество. Вот это нас объединяет. И, соответственно, культура питания, культура изготовления, те продукты исходные, которые мы используем, по сути дела, мы едины в этом плане. И мы легко адаптируемся друг к другу. Ну, сейчас современные монголы, они хорошо владеют английским языком, хорошо владеют китайским языком, японским, корейским. Они принимают это и европеизируются они. Мы, речь идет о тех тюрко-монгольских родоплеменных объединениях, когда проходил процесс экспансии. Вот этот момент. Что хотелось бы еще подчеркнуть, здесь говорилась речь ранее о венграх. Я бы не стал бы говорить за всю государственную этническую составляющую венгров, а здесь сегментировать нужно. Дело в том, что действительно, вот сейчас эта экспедиция как раз будет связана и с мадьярами, маджарами. Их корни здесь, в Тургайское плато, Тургайское впадине. И здесь целые агломерации волны гунской. Мы это нашли, это в среднем течении реки Ишима и Тургайского плато. Как раз там целые городища, 60-70 километров, все города, города, города. Это долина реки Черсакан, среднее течение Ишима. Сам Маргулан в Жасынском районе развернул свою экспедицию, они уехали в Алмату. А вот эта территория Тургайского плато до сих пор не исследована. Вот сейчас, буквально к концу месяца, в начале июня, мы поедем в экспедицию, и, соответственно, я могу потом сделать сообщение вам, если это будет интересно, результаты. Результаты будут, мы не собираемся делать какие-то глобальные, а есть понимание, такое есть к современной науке, как бы вежливо сказать, ну, дезинформация. Дезинформация. И, к сожалению, вот такое скороспелое решение приводят к ошибочным возведениям монументов тем людям, которые не соответствуют места погребения. В одном месте возвели памятник, погребение 800 километров настоящее. Это Ну, я пока не хотел бы говорить, потому что мы еще не доказали. Но нет, мы гадать, наверное, не будем. Я потом сообщу вам. Что касается... Нет, это из правящей династии чингизидов. Вот так вот. Это источниковедческий материал. Вот Марат Аскенович в свое время приобрел по моей просьбе карты. Там мы ездили вместе и отдельно. Более 2500 карт. Я их анализировал. Оказалось, что место погребения известного хана находится в одном регионе, а памятник за 600 километров. И говорят, что это там делали ДНК и так далее. Но не рассекретили. Обычно эти научные вещи, надо их рекламировать, что именно вот его съёк, вот его ДНК. Но когда я обратился, в общем, поворот сделали. А сейчас такая вот научная фальсификация рано или поздно она выходит наружу. И вот мы сейчас делаем, она наполовину закрыта, то есть будут ученые, ограниченное количество. Мы поедем, посмотрим, что же там за погребение. Дело в том, что мы достаточно будет посмотреть ТАСС, что там будет написано на этом ТАССе, ТАСС-та, не Жазулган.
какого рода, какого племени, что это за хан. А на наших источниках, на наших старинных картах написано, что такой-то, такой-то хан здесь погребен. Вот именно именное погребение. Написано каменное ханское погребение. Мы там уже с директором института истории государства Ерканом Анжоловичем вдвоем это мы давали информацию. Он об этом не знал, потому что это моя мое личное, как говорится, исследование, мое изложение, мое видение. И мы решили сделать экспедицию. 2-3 машины поедет на джипах, и таким образом это 900 километров. Я просто хотела уточнить, раз вы сказали про Марата Аскеновича, уточнить, кто это. Марат Аскенович, наш Набиев, наш казахстанский бизнесмен, очень много у него разработок интересных, патриот нашей Родины, человек, который поехал в Россию, в одном из российских музеев он договорился, вытащили из самых таких вот закрытых закромов карты и, значит, поделились с Маратом Аскеновичем. Конечно, не просто так все это было добиваться за определенные, так сказать, субсидии и так далее, но благодаря этим картам были раскрыты как бы захоронения очень многих батыров. Где сейчас вот наш меценат истории Марат Аскенович ставит большие купытасы с увековечением и выбивает отрывок этой карты, где вот именно, ну, чтобы подтверждение было, что именно здесь захоронение такого знаменитого человека, батыра прошлого. Спасибо, мэр Верт. Я хотел бы ваше дополнить и подтвердить, потому что я сам был свидетелем, и мы вместе ездили, и я отдельно ездил, покупал эти карты, он круглую сумму заплатил, она... Может, потом попозже скажу, но он говорит, не надо говорить, как будто это я рекламирую себя. Но он очень скромный, очень порядочный, действительно настоящий патриот. Я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас, Мирвед, Гаухар, Жумажан, что мы вот, его имя должны произносить и говорить это с гордостью. И тот историко-культурный ландшафт, который мы находим на этих историко-культурных картах, она меняет весь исторический ландшафт. И возвращает ее подлинную, не советскую, там, Ивановка, Сидоровка, Петровка, а у нас будут Алдабасы свои, у нас будут Абулхаиры свои, их места погребения, где и батыры. Целый пласт когорта батыров ждут своего озвучения, своего увековечения, согласно вот этим картам. Это и зимовки, и литовки, и старые крепости. Я уже ранее говорил, сейчас надо сделать республиканскую, не пожалеть средства, восстановить. Это будет турпродукт, это такой источниковедческий материал, который новыми глазами будем смотреть. И мы действительно потом будем говорить, что это великая степь. 15 крепостей безымянных в степи. Представляете, это на этих картах прям написано. Укрепления, разрушенные укрепления, крепости, форпосты и каменные среди них. Молчим, молчим. Если вот здесь вот рядом Золотоордынское городище Тагатай, о нем вообще молчат. Почему мы чтим, так сказать, Чингисхана, и мы так вот как бы бережем это имя Чингисхан? У нас очень много мальчиков называют Чингизами, Чингисхан и так далее. Это вот как бы такое имя очень хорошее считается. Потому что, ну, во-первых, это Золотая Орда, которая была образована, опять-таки, потомками Чингисхана в 1269 году на Таласском Курултае у реки Талас, да, если я правильно говорю, около казахского города Тарас. Это, этот поступок определил то, что Халхамаджурам Чайна, можно так сказать, был, да, отворот-поворот, да. Потом великий Бату Саинхан жестоко казнил потомков Угитея и Чагатая, Борчи, и другим он просто отрезал головы. Бату источники называют защитником ислама, хотя Чингисхан сам был тингрианцем, это всем известно. Потому что в 1893 году вот датский лингвист Вильгельм Томсон, как мы уже говорили, прочитал на стеле Культигина, который находится на территории Монголии, тюркские слова, где тюрк – это крепкий, опора, и кок тингри очень ясно было прописано, потому на тюркском языке кок небо, тингри бог, да. И открытие Томсона было очень большой сенсацией. И на территории вообще Монголии очень много таких древнетюркских письменных памятников. И в то же время у Бату, который был уже потом потомок Чингисхана, защитником, так сказать, ислама,
он свой карающий меч, так сказать, туда направлял, против, так сказать, на запад, скажем так. У его названного сына, великого русского князя Александра Невского, на шлеме и на панцире были выбиты аяты из Корана, которые хранятся в оружейной палате в Москве. Бату построил мусульманский город на Волге, сарай Бату. И по сведениям Джузани, Бату принял ислам. Они, то есть, были уже мусульманами. И потом Джучихан назвал своего сына, 11-го сына, Мухаммедом. В общем, вот такие вот интересные связи. И, наверное, действительно, как Гизат Журнагалич сказал, Гизат, вы сказали, что они адаптивны, да? Они, нет. Монголы, они, я им в открытый, в Академии наук говорил, но это не значит, что они плохие или как. Они вообще, да, в целом не адаптивны для любого другого этноса. Они живут в своем архипелаге, им все хорошо. Это историческая личность. Один памятник кормит 3,5 миллиона населения монголов. Ну, они молодцы, молодцы они. Что здесь говорить? Я говорил в основном о письменном материале, который подтверждает участие монголов в восхождении Чингисхана, в начале его деятельности, наличие монголов, что пытаются отрицать, чего делать, конечно, нельзя. Это неправомерно. Так вот, помимо вот этих вот монгольских слов, достаточно множество, большого количества, в разных, значит, канцелярских документах, да, в канцелярской литературе того периода. Есть еще одна очень важная вещь, может быть, более важная. Дело в том, что, значит, ориентация тюрков исторически была всегда на восток. Поэтому хоронили, например, на запад, да, головой. Так делали и скифы, и так делали и гуны, а так делали древние тюрки, да. Но при Чингисхане начали хоронить головой на юг, как это принято у монголов. Ну, не все, но значительная часть тюрков перешла вот на этот способ погребения. Дело в том, что, значит, у тюрков понятие «восток» означало «вперед». Означало «вперед». То есть это, скажем так, пространственная ориентация. Она была восточная. Кстати, это, может быть, почему вперед и восток, значит, это, вероятно, связано, возможно, как раз с движением еще палеолитических наших предков. Возможно, тех, кто вышел еще из Африки. Вот, которые вышли из Африки и вот направили в Северо-Восточную Азию. У монголов же это, значит, направление с, значит, севера на юг. Севера на юг. Вот у нас в связи с тем, что направление на восток, мы говорим, казахи, юг, онтустук, правая сторона. То есть мы находимся лицом к востоку, лицом к солнцу. Вот. И солтустук, солжакта, это север. У монголов же, значит, у них были особые отметки, у древних монголов. У них, значит, на левом рукаве вышивали солярные знаки солнца, а на правом луна. Это как бы женский знак. То есть вот это восходящее солнце у них находилось слева. Вот. Вот это очень такой интересный момент. Вот. Две разные. То есть это опять-таки говорит об участии монголоязычных, об активном участии монголоязычных племен. Поэтому, значит, я еще раз повторяю, монголы — это наши братья. Это монголоязычные народы, наши братья, но это не кровные братья, это те, кто с нами породнился, с кем мы породнились в этой истории. Создание вот этих вот, я говорил о создании вот этих монголоязычных племен, в результате появления которых в степях, на востоке степей, начинались вот эти подвижки колоссальные. Поэтому они могут, наверное, Чингисхана считать своим героем тоже. Могут считать своим. И этот памятник, который они воздвигли, гигантский памятник, он примерно в 60 километрах от Улан-Батора находится, я был там. Вот. Они имеют право его поставить, и, значит, не надо как бы этому противиться. Вот. Это, значит, это нормально. Но очень символично, что рядом с этим памятником через дорогу находится единственное казахское село в том регионе. Все казахи живут в Баян-Улгее.
это самый запад Монголии, Алтай, Алтайск, монгольский Алтай. Единственное село находится, оно называется Нольхой, по-моему, если не ошибаюсь. Монгольское название Нольхой, но это чисто казахское, там живут киреи казахи. Оно как раз возле этого памятника Чингисхану, что, на мой взгляд, символично очень. Ну что ж, ну может быть и не стоит делить Чингисхана, да, по крайней мере тюркам и монголам, но надо не забывать, что и нашим казахам очень важна идентификация, и наши казахи, и тюрки в целом, тюрки Сибири, весь тюркский мир переживает сложное время. Идентификация народа, понимание того, что есть какая-то принадлежность к таким великим личностям, как Чингисхан, это невероятно важно для наших. Поэтому, может быть, не делить, но признавать то, что Чингисхан был в первую очередь тюрком, потом монголом. Да, он был тюрком, и это еще раз доказывает исключительную роль именно тюркских кочевников в истории не только евразийского континента, но и отчасти в истории других континентов. Это еще одно доказательство. Но мы как бы вполне можем с монголами поделиться этой фигурой. Вот. Все-таки первостепенная роль принадлежала тюркским кочевникам. Вот это надо признать. Вот. Значит, вот эти северные кочевники, эти кочевники второго порядка, те, кого насильственно, значит, оккультурили, превратили в кочевников. Вот. Так же, как и роль земледельцев, которые к югу от степей находятся, она второстепенная в исторических процессах. Мы сегодня поговорили о Чингисхане, о том, что есть прекрасная книга, которая описывает родословную Чингисхана, генеалогию всю. И что интересно, что в этой книге, я думаю, Гизат, вы подтвердите, что действительно имена все тюркские, во всей генеалогии, да, это Кабылхан, Акынбархан, Канадай Кутыкан, Кулан, Донин, Бартайс, Баян, Бодан, Жары. Очень много имен, сейчас все не перечислишь в одной передаче. Я хочу сказать, что у нас еще будет встреча с Леной Федоровой, это доктор политологических, по-моему, наук, да, Гизат, филолог, она нам расскажет, мы у нее спросим, потому что я почему знаю, мы с ней разговариваем на эту тему, она скажет об особенностях захоронения, как должен был захоронен человек в древности, какие должны быть топонимические, топографические знаки там, как должны стоять реки в отношении того, где идет захоронение, как должно это проходить, где должно стоять солнце, луна и так далее, она все прекрасно это знает. Мы с ней разговаривали уже на эту тему, и мы обязательно в продолжении сегодняшнего разговора, кроме того, что она будет о сакральности евразийства говорить, мы еще затронем эту тему, чтобы она тоже нам ответила на эти вопросы в отношении Чингисхана. Это будет, мне кажется, интересно для всех. Таким образом мы постараемся объединить вот такие вот разрозненные знания, чтобы получить какую-то одну общую картину. Замечательно, замечательно. Вот это вот я хотела отметить, поэтому сегодня, я думаю, что у нас очень хороший разговор состоялся. Мы поставили очень большую, не жирную точку, а вот такое вот многоточие, которое направляет нас к новым мыслям, к новым историческим поискам. И надо сказать, что Чингисхан, конечно, действительно сотрясатель вселенной, он сотрясает нас до нашего века, до наших дней, наши души. Это уже говорит о многом. Еще одна важная мысль, которую надо бы отметить сегодня. Я думаю, что все-таки надо отходить от вот этих вот. Мы говорим имперский Чингисхан. Имперский был не Чингисхан. Мое глубокое мнение, что имперская была та идеология, которая была нам насаждена в те советские времена, когда мы жили в одном анклаве. Вот это вот я хотела сказать. Которую мы сейчас хотим перешагнуть. Вот и все. Здесь ничего крамольного нету. И у нас многие слушатели говорят, что вы все время тянете тюрки. Конечно, от вас произошел весь род людской на земле. Нет, мы просто ищем истины. Мы ищем истинные истории. Все, что мы хотим добиться. Поэтому, пожалуйста, пишите свои замечания. Если у вас есть вопросы, в подкастах мы их ждем. А я тебя хочу сказать, что сегодня я, например, услышала очень две интересные версии о происхождении слова «монгол» как вариант, что оно произошло от имени, от рода. И второе, это то, что я еще раз убедилась для себя лично,
что, конечно же, Чингисхан был в основе своей тюрок, но у него также было и монгольское влияние. И вот эта вот идея, о которой мы говорили ранее, что не надо его делить, это действительно, наверное, правильно. Потому что иметь такого великого человека как часть идентификации своего народа, наверное, это настолько важно, да, для становления наших народов сейчас, особенно вот после того, что сейчас Мируэль сказала, действительно, ведь мы же все пережили вот это вот колониальное прошлое 20 века. И народ восстанавливается, и наш народ, и вообще все народы, тюркские народы, они переживают некий такой ренессанс. Поэтому огромное спасибо вам сегодня за такую интересную беседу. Ну, я думаю, что многие для себя нашли ответ, так кем же все-таки был Чингисхан, тюрком или монголом. Всего доброго, до следующих встреч.